Сегодня я покажу упражнение для нижней части живота. Оно называется велосипед. Начинаем с того, что ложимся на поясницу, мягко, плавно. Подгибаете колени, руки в замок. И вы делаете выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Если у вас хорошая физическая подготовка, вы можете чуть-чуть задержаться. Здесь дышите спокойно. Вернулись и в другую сторону. Потом мягко вернулись, опустились. Чуть-чуть полежали, расслабили. И через бок поднялись и сели. По мере укрепления мышц вы будете делать больше, длиннее и дольше задержка. На сегодня все. Всем пока.